Для перечисления единовременных пенсионных выплат из ЕНПФ необходимо открыть специальный текущий счет в Отбасыбанк. Об этом уполномоченный оператор сообщил на своем официальном сайте. Напомню, что онлайн-платформа, на которой казахстанцы смогут подать заявление на досрочное снятие своих пенсионных накоплений, уже разработана и готовится к запуску. Она будет запущена со дня на день после подписания ряда документов. Итак, чтобы открыть текущий счет, достаточно скачать приложение Отбасыбанк, после пройти по ссылке открытия счета для единовременных пенсионных выплат, ввести номер телефона и ИИН. Стандартные процедуры при любой регистрации. Далее на ваш номер телефона придет СМС с кодом, который нужно ввести. Приложение запросит отсканировать удостоверение, поэтому приготовьте документ заранее. После регистрации нужно заполнить анкету, ознакомиться с заявлением на открытие счета. В завершении регистрации придумайте надежный пароль для входа в интернет-банкинг. А для тех, кому вся эта процедура покажется сложной, есть, разумеется, альтернатива. Счет открыть можно через видеозвонок на сайте Отбасыбанк. Операция по открытию спецсчета будет доступна почти всю неделю с 9 до 21 часа. При этом не стоит забывать, что для снятия части пенсионных понадобится электронно-цифровая подпись. Оформить ее можно тоже онлайн через портал ЕГОВ и ЕГОВ Мобайл. Напомню, что функция по открытию счета через приложение Отбасыбанк работает в тестовом режиме, поэтому могут возникнуть технические неполадки. А работать без перебоев оно начнет с понедельника, пообещал оператор.